Владельцы 40 компаний, расположенных на улице 22-го партсъезда, устали ждать, когда дорогу, ведущую к их предприятиям, отремонтируют. Они сами взяли лопаты в руки и отправились укладывать асфальт. Некоторая техника уже была в распоряжении бизнесменов, что-то взяли в аренду. Наняли бригаду дорожников-профессионалов, на все работы ушло около 300 тысяч рублей. Чиновники, со слов предпринимателей, не стали делать эту дорогу просто потому, что на ней нет жилых домов, а поток автомобилей тут достаточно плотный. При этом за самостоятельный ремонт дороги инициативным предпринимателям может грозить штраф от 5 до 300 тысяч рублей. Когда мы видим, что из года в год мы просим, чтобы нашу дорогу немного сделали хотя бы, да, у нас не получается. К сожалению, чиновники считают, и ответ такие есть, где дорогу ремонтируют только там, где есть жилье. Здесь находится промзона. Немного обидно, потому что порядка 40 предприятий находится, да, они все налогоплательщиками являются основными, да, а вот обращение к ним, как, в принципе, как к рабам.